Члены правительства рассмотрели и грядущие изменения платы за услуги ЖКХ. В соответствии с законодательством тарифы будут повышены с 1 июля. В республике уже утвержден предельный порог цен. Плата за коммунальные услуги не должна увеличиться больше, чем на 6%. Контроль за величиной тарифа в субъектах федерации ведет правительство России. Указом главы Чувашской республики с 1 июля 2018 года установлено предельно максимальное изменение размера платы граждан за коммунальные услуги для 290 муниципальных образований республики в размере от 4,5% до 4,9% по наиболее невыгодному для потребителей приросту платы за услуги электроснабжения. Мы говорим, это максимальное изменение. При этом средний рост платы за коммунальные услуги по этим 290 муниципальным образованием составит не более 3,9%. Предельный индекс роста цен может быть и изменен. Веским основанием для этого может стать реализация инвестиционных программ. Так, по инициативе органов местного самоуправления для города Канаш и Хучельского сельского поселения Канашского района изменение платы за услуги ЖКХ не должно превысить 12%. В муниципалитете планируют провести масштабную работу по замене сетей, чтобы повысить качество оказываемых услуг.